В нашу редакцию обратились жители 94-го дома в 8-м микрорайоне, которых беспокоит рабочая техника на газоне. По соседству идет ремонт межквартальных дорог. Председатель совета дома не против благоустройства, но просит рабочих поддерживать порядок. Постоянно у нас стоят машины, вот этот целый, видите, шум какой был. Шумят окна, не открыть, вот этот газ, дым, чат, все туда идет в окна. Я подходила, вот видите, у нас вот тут цветочки сидят. А как посадишь, потому что невозможно. Видите, там асфальтом все закидали, там вообще что-то машина провалилась туда. Возможно, после обращения жителя в телекомпанию должностные лица будут внимательнее к просьбам окружающих. Ведь покой нужен каждому из нас.